Борис Владимирович Дерягин, советский и российский физико-химик, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Российской академии наук, создал учение о поверхностных силах и их влиянии на расклинивающие давление и свойства тонких жидких пленок. Биография. С 1936 по 1994 год возглавлял созданные им лабораторию и отдел сорбционных процессов Института физической химии АН СССР. Много лет был главным редактором журнала «Коллоидный журнал» в 1962-1973 годах, предполагал существование особой разновидности воды – полеводы. Потом сам себя опроверг, обнаружив критическое влияние примесей силикатов, лауреат премии М.В. Ломоносова АН СССР и Государственной премии СССР. Труды. Дерягин Б.В., Федосеев Д.В. Рост алмаза и графита из газовой фазы. М. Наука, 1977. Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Маулер В.М. Поверхностные силы. М. Наука, 1985.